Здорово, с вами снова Андрей Скутерец. И сейчас я покажу вам корыто, которое меня огорчило. Вот оно. Сейчас я вам заведу его и покажу, как оно сломалось. Ускорение на корыте. Вот. А теперь я покажу, что сломалось. Так, сейчас убавим немножко обороты. Вот так вот. Все, убавил обороты. Включаю передачу. Вот, первая пошла. Вот она, поломка. О, как здесь все круто, все крутится, вертится, можно даже побольше газу дать. Вот вторая пошла, вот третья, можно даже разогнаться. Ух, вот это боль. Четвертая, пятая, все. Вот. Что-то произошло со ступицей. Сейчас мы будем ее чинить без помощи вложений денежных. Вот так вот. Что-то не хочет откручиваться. Вот, вот так вот. И вытаскиваем болтик. Ой. Вот так вот. Ось немножко согнулась. Ну, конечно, здесь не очень видно. Но, в общем, это нормально. Я ее выпрямлю кувалдочкой. Так, теперь посмотрим, что же у нас со ступицей. О, так, выковыриваем колесо. Вот так вот. О, какие хорошие демпферочки чудные. Ну, демпферочки можно оставить и такие, это ничего страшного, они еще походят пару сезонов. Одного, правда, нету. А, вот он застрял. Вот же кусочек демпферочка. Вот. Этот, похоже, был отсюда. Так, теперь берем ступицу. Вот она. Вот, сальник немножко криво торчит. Это втулочка такая в виде гайки. Ох, какое чудо внутри. Вот это все, здесь были стенки, дырок вот этих вот не было. И были квадратные штуки огромные, которые цеплялись за демпферцы. Вот они, эти штуки были. Вот так они здесь стояли. И эта корыта со своей огромной мощью в 3 лошади сумела оторвать 4 вот таких огромных железки. Вот. Вот. А вот старая ступица была. Вот эти 4 шняги, которые тут были. Но она немножко уже не в хорошем состоянии, поэтому к ней звезду не прикрутишь. Когда прикручивали звезду сюда, она вставала очень криво и цепь слетала. Поэтому с этой ступицей можно сделать вот так. Вот. Ну и сейчас попробуем это все починить. Вот тут тоже немножко вырвало. Сальник сейчас подровняем кувалдочкой. Ну, или можно гвоздодерчиком. Нормально. Вот. Сейчас поставим все это вот так и прикрутим на изоленту. И будет очень хорошо держать. Вот, подшипник ступицы я выровнял этим чудным молоточком. А теперь нужно еще и выровнять кривую ось колеса. Вот она изогнутая. Сейчас будем ее равнять. Вот так вот.
Так, ну теперь она уже более-менее ровная по сравнению с тем, что было. Но не до конца. Вот. Ну все, теперь я думаю, эта ось идеально ровная. Колесо будет крутиться зашибенно. Все, теперь, чтобы поставить вот эту крутую ступицу японскую сюда, чтобы она не болталась, нам понадобится вот это и вот это. Вот так. Так, все идеально подходит. Так, берем проволочку. Вот так вот. Ну, и начнем обматывать этот мегамопед. Начнем обматывать проволочкой это мега-колесо. Так вот, я его немножко откусил. Вот так вот. Вот так вот. И еще разок, чтобы было надежней, чтобы очень крепко держалось. Вот, вот так вот это все примерно должно выглядеть. Вот. Звездочка будет держаться очень крепко. И так я сейчас сделаю со всех четырех сторон. Вот, еще добавлю мощные изоленты. Вот, все, с проволокой готово. Все, вот как я все сделал. И она будет отлично выполнять роль демпфера. Вот оно немножко ходит и будет смягчать вибрации. Даже лучше, чем старые демпферы. Вот, вот так вот. Ну, а теперь я добавлю сюда лучшую подругу любого альфа-вода изоленту. Вот. Сейчас я ее намотаю. Вот, все, изолента придает нашему механизму дополнительную крепкость и крутизну за счет своего мощного цвета. Все, сейчас я все это установлю и попробую проехать. Вот. Блин. Мешает немного. Так. Теперь колесо можно поставить. Не. Вот, вот теперь все. Вот так. Все, теперь проверим, как это корыто будет работать дальше. Двигатель работает даже хорошо. Ой, заглох. Ну ничего страшного. Может быть, он не прогрелся еще. Да не, вроде бы нормально не проработал. Наверное, оборотов мало. Надо добавить немножко. Вот, я добавил обороты. Теперь проверим, как у нас будет работать колесо. Ой, заглохло. Но это ничего страшного. Может быть, в нем кончился бензин? Нет, все хорошо. Все, теперь проверяем. Вот оно, чудо! Теперь я попробую проехать. Все, сейчас я на нем проеду.
все работает идеально просто. Ничего не оторвалось. Корыто валит. Вот так вот. Все. С вами был Андрей Скутерец. Чините свои мопеды так же, как я. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.